Приветствую вас на своем канале Керменбай, и в очередном видео будет речь идти о моем Пассате B3. И опять случилась небольшая, но беда. Перестал работать стеклоомыватель. Как мы видим, вот у нас сколько жидкости. Я уже думал, конечно, у нас жидкость закончилась. Недавно заливал, тут бах, закончилось. Но у меня было такое дело. Залил жидкость, пару раз там помыл стекло, и все. И что-то перестало. Но гул моторчика был. Я пришел, смотрю, жидкости нету. В чем дело? А дело было, сейчас еще вам расскажу, в чем дело было. Вот наш моторчик. Здесь вот под низом. Под моторчиком стоит уплотнительная резинка. И она просто-напросто с годами износилась и лопнула. Возможно, эти мороза, перепады температуров и все такое. А сейчас моя мувайка просто не хочет поливать. Сейчас проверим. Она то льет, то не льет. Возможно, тоже захочет работать, как в предыдущем видеоролике. Гидроусилитель руля захотел жить. Вот, включаем зажигание. И нужно вот нашу рукоятку в эту сторону понажимать. Так, я буду нажимать, а камеру поставлю на нашу омывайку. Ну вот, она крутит. Никакого жужжания. Ноль. Ноль, все включено. Ну что, пойдем искать причину. Снимем фишечку. Или попробуем снять фишечку. Как нам, конечно, ее проверить? Блин, да тут вообще ужас. Ужас. Ну, фишка тут ужасная, все перематано, доматано. Я думаю, будет дело все-таки здесь в проводах. Все тянется. Так, здесь вроде бы дальше нормально. Вот попробуем откусить вот эту вот часть проводов. И заменить. Запомнить, где как. Откусываем, короче, наши провода. Красненький будет зелененьким. Вот, короче, у нас такая вот плохая фишка. Можно было бы, конечно, заодно проверить работоспособность и поступать на шток. Но все равно фишку нужно заменить. Так что мы заменим и будем надеяться, что дело все-таки в ней, а не в моторчике самом. Итак, вот что я нашел у себя. Не покупал, а нашел. Я думаю, мне удастся это все заменить. Вообще очень круто, без всяких паек. Ну, это я так думаю. Вот она защелка. Вот. Ух ты! Ну, шанс есть, есть шанс. Что было дело не в бобине. Итак, сделал я замену проводов. Вот у нас какая фишка. Вот такие провода, вот такие спайки. А вот на что мы будем выбрасывать. Вот. Кто-то очень усердно пытался их восстановить, чтобы они жили, ну, хорошим жить. Так, ставим фишку назад, уже новенькую. И будем пробовать делать испытания. Так, что было бы аккуратнее, потому что нужно две руки, так как на моих новых, на моей новой этой фишке восстановленной, нету фиксаторов. И они вылазят. То есть мне сейчас нужно аккуратненько взять их рукой и подтолкнуть сами провода в фишку. Вот они все сели. Покажу, возможно, будет видно. Вот. Не знаю. Блин, фонарика еще не взял. Короче, вот как-то так. Все село, сами контакты, главное, чтобы не вылазить с самой фишки. Ну что, проверим работу. Итак, момент истины. Если провода наши не помогли, будем брать тестер, проверять, поступает ли ток на наш мотор.
Если поступает, значит хана моторчику. Моторчик уже не восстановить, так как он весь запаянный. А если не поступает ток, значит, возможно, дело в самой вот этой стрекозе. Предохранителях навряд ли. Очень-очень редко горят предохранители в данном случае. Так, зажигание мы включили. Ага, видали? Работает. Посмотрите. Значит, было дело всего лишь в плохом контакте. Ну или что-то типа того. И наш познавательный видеоурок, как восстановить омыватель на Passat B3, закончен. Или, например, можно было бы назвать этот видеоролик «Почему не работает омыватель на Passat B3». Итак, еще раз хочу повториться. Вот что, какая причина была, почему не работала у меня омывайка на лобовое стекло. Итак, еще раз проверим. А то вдруг это так просто мне повезло, как всегда. Зажигание включили. Нажимаем. Нет, все работает. Криво страшно после мороза. Но работает, все отлично. Все превосходно, ничего не клинит. Так что вот вам и очередной видос про Passat B3. Или ремонт Passat B3, да? Хоть какой-никакой, а ремонт. Всем спасибо за внимание, за просмотр данного видеоролика. Если кому нравятся данные видеоролики, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики такого плана. Всем всего хорошего и пока-пока.